сгибаем левую ногу в колени. Ногу вот таким вот образом разворачиваем. Бедра лежат на полу. Колено аккуратно прижимаем к полу. Ложимся на предплечье. И чувствуем, как тянется передняя поверхность бедра. Дискомфорта в колене быть не должно. Лежим 30 секунд. Бедра не разворачиваем. Держим их прямо. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу. Лежим. Если не чувствуешь растяжения, можешь чуть больше раскрыть ногу. Тогда точно почувствуешь. Чувствуешь? Да. Лежим, лежим. Тянемся. Дыхание не задерживаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Встаем выпад на левую ногу. Глубокий выпад. Колено над пяткой. Бедра тянутся вниз. Локти опускаем на пол и стоим 30 секунд. Она прям расставляет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Теперь ложимся на спину. Бедра плотно прижаты к полу. Бедра прижаты. Ножку тянем в груди. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу. Тянется. Где-то в полутора метра, где-то там. С каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем ты будешь опускаться все ниже и ниже. И наступит тот момент, когда ты наконец-то сможешь похвастаться своим шпагатом. Сейчас я быстренько объясню тебе главные принципы шпагата, о которых тебе придется помнить в течение... Сгибаем. Идем, что не хватает. Колени все равно прямые. Сгибаем колени. От того, что ты согнешь колени и от этого окажешься чуточку ниже, растяжки у тебя не прибавится, поверь мне. Бедра смотрят прямо, не разворачиваем. Колено задней ноги, той ноги, которая сзади, смотрит в пол. Пятка.
тянется хуже. Мне проще сидеть на правом шпагате, поэтому я начну с левой ноги. 3, 2, 1, 30 секунд на левую ногу. Аккуратно тянемся, можно чуть-чуть пружинить, без резких движений. На выдохе опускаемся еще ниже. И поскольку у нас всего лишь 30 секунд, держись, дружочек, из последних сил. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно, аккуратно собрали ноги. Теперь 30 секунд на правую ножку. Встаем и тянемся вниз. Не забывай про бедра. Не забывай о том, что ноги прямые, колени не сгибают. Пятки смотрят в потолок. Колено в пол. Все. Если ты хочешь сесть на шпагат, можно.